Всем привет! Если вы часто готовите, то знаете, что для некоторых рецептов нужно использовать помидорки без кожуры. Ну, например, для приготовления соусов. Сейчас я вам покажу, как можно снять кожуру с помидорки всего за 2 минуты. Сначала достаем помидорки из холодильника. Вы же тоже храните помидоры в холодильнике? И думаем, как же нам снять кожуру. А очень просто. Выкладываем помидорки на разделочную доску, хотя можно обойтись и без нее. И делаем крестообразные надрезы с каждой стороны острым ножом. Вот такие. Сейчас покажу поближе. Сначала делаем на одной стороне. Глубоко прорезать не нужно, нам нужно лишь, чтобы разрезалась кожа. Затем переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны. Теперь берем глубокое блюдо, такое, чтобы туда поместились все наши помидорки, и наливаем в него кипяток. И в этот кипяток опускаем помидоры. Важно, чтобы они были покрыты водой полностью. Ждем примерно 30-40 секунд. Точное время зависит от величины помидорок. И достаем их с помощью шумовки. Аккуратнее, помидоры могут быть горячие. Выкладываем помидоры на разделочную доску или на тарелочку, чтобы они немного остыли. Холодной водой их обдавать смысла нет. Это делается для того, чтобы просто не обжечь руки. Посмотрите, как легко теперь снимается кожура. Нужно просто подеть ее пальцами там, где мы делали надрез ножом. И потянуть без усилий. Кожура легко отойдет от помидорки. Давайте снова покажу поближе, чтобы вам было понятнее, как легко это все делается. Вот и все, теперь можно готовить соус. Мне кажется, помидоры легче почистить, чем мандарин, когда вы знаете этот способ.